привет! Наконец наступают выходные. Вы уже придумали, как именно проведете эти прекрасные дни отдыха? Нет? Тогда приготовьтесь послушать наш обзор на самые интересные мероприятия, которые пройдут в городском округе Щелково в этот уикенд. В субботу в 3 часа дня в молодежном клубе «Ровесник» начнет работать игротека настольных игр. В ней, как и всегда, будет собрана масса различных известных и не очень игр. Занятия по вкусу сможет найти себе человек любого возраста. В общем, приходите и сами в этом убедитесь. Также в субботу в универсальном спортивном комплексе Подмосковья пройдет открытое первенство городского округа Щелково по мини-футболу среди мужских команд. Начнут игру спортсмены в 8 вечера. Предлагаем вам прийти и поболеть за любимую команду. А вот в физкультурно-спортивном клубе «Медвежьи озера» 30 ноября, начиная с 12 часов дня и до 5 часов вечера, будет проходить турнир по боксу «Медвежонок». Кстати, а знаете ли вы, что сам турнир по кулачным боям, напоминающим бокс, проходил еще в Древней Греции? По-настоящему бокс стал спортивным единоборством в 688 году до нашей эры, когда кулачные бои были впервые включены в программу античных Олимпийских игр. Современный же вид бокса зародился в Англии в начале 18 века. Если вас тоже увлекает этот вид спорта, предлагаем вам непременно заглянуть на мероприятие. Плавно переходим к киноновинкам. С 28 ноября вы можете сходить на детективную комедию «Достать ножи». Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи и преданный ему персонал. Также на больших экранах выходит вторая часть известного диснеевского мультика «Холодное сердце». А это значит, в ноябре 2019-го «Зимнее волшебство» возвращается в кинотеатры. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, путешествие которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Встречайте продолжение невероятного снежного приключения, так полюбившегося зрителям во всем мире. На сегодня это все. С вами была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. До скорой встречи!